занимаюсь на самом деле каждый день особенно. Есть у школы форте практики. Мне нравится в этой школе, что нас тренируют тренера, которые являются международными чемпионами. Школа ставит большой акцент на изучение Библии, используя индуктивный метод изучения. Факультет Международной миссионерской школы Precepts Ministry Eurasia формирует христианских служителей для миссионерской деятельности через спортивное служение. Студенты обучаются по традиционной программе ITF. По окончанию школы они сдают экзамен на черный пояс, первый дан с удостоверением, выданным Международной федерацией тхэквондо. Я тут увидел людей, которые очень сильно посвятили себя Господу Богу. Это миссионеры, которые режиссер Алексей Тинтюк, Сергей Филат, Василий Филат. Я увидел, как они ревностно трудятся, служат Господу через спорт. И у меня появилось такое желание ревностно трудиться именно в этом направлении. То есть они мне показали очень хороший пример. Приехав в Алмату, я открыл две группы. Сейчас у меня две группы, я тренирую детей. Таким образом тренирую и благовествуем через спорт, рассказываем об Иисусе Христе. Мы изучаем Писание. Школа уделяет особое внимание углубленному изучению Священного Писания, индуктивным методам и подготовке христианских служителей, способных для проповеди Евангелия. Я никогда не изучала Слово Божие индуктивным методом. И самое главное в изучении индуктивным методом, что когда ты изучаешь слово, читаешь, и потом понимаешь, что ты читаешь, отвечаешь на вопросы, и потом бац, и истина тебе открывается, такая истина, и ты дошел сам до этой истины, и ты просто в восторге, неужели, как будто Бог тебе просто открывает такую завесу и чуть-чуть вот раскрывает то, что Он хочет тебе сказать, лично тебе. Александр поступил в Международную миссионерскую школу и после своего возвращения домой открыл группу по изучению Библии в своей местности. Один из его учеников, пришедший в эту группу, принял Иисуса Христа, после чего принял водное крещение. В этом году Александр вернулся в миссионерскую школу вместе со своим учеником. Именно эту задачу мы ставим перед собой на факультете тхэквондо. Мы хотим дать служителям метод, который поможет им в процессе ученичества, формируя учеников для Господа Иисуса Христа. Учебная программа включает множество миссионерских практических заданий. Малыми группами студенты отправляются в разные населенные пункты страны для распространения вести Евангелия. Наверное, я буду вспоминать те миссионерские путешествия тех людей, которые живут в Молдавии, потому что эти люди отличаются, они более открыты, они более гостеприимны. Это качество, которое мы хотим развить во всех студентах Международной миссионерской школы, а именно полное посвящение в служении. Миссионерская школа, основанная в 2012 году, уже подготовила миссионеров, которые распространяют весть Евангелия в 16 странах мира. По возвращению домой студенты факультета тхэквондо открыли спортивные секции в 25 населенных пунктах, которые посещают более 400 людей.